В Госдуме сегодня встречали гостей из Молдавии. Делегацию нашей партии во главе с ее лидером Ринатом Усатом принял Владимир Жириновский. Политики обсудили проблемы и приоритеты российско-молдавских отношений. А также было подписано соглашение о межпартийном сотрудничестве. Наши проблемы не закончились. Наши двери открыты, но наибольшей симпатии у нас вызывает ваша партия. Остальные мы тоже знаем, что они есть. Поэтому мы готовы к любым видам сотрудничества, межпартийной основе, обмен делегациями. Наши молодежные структуры могут тоже отдельно иметь контакты по линии молодежное крыло ЛДПР и молодежное крыло вашей партии. Мы готовы вас приглашать на какие-то наши мероприятия. Если будет какая-то возможность, наши будут депутаты выезжать. Мы будем очень рады сотрудничать с ЛДПР. Для нас важны те ценности, которые вы продвигаете. Все уроки, полученные от вас даже до нашей первой встречи несколько лет назад, могу вам сказать, получили большой резонанс в молдавских СМИ. Не будучи знакомы с вами, мы уже часто появлялись в газетах в одной и той же статье.